Маник – простая домашняя выпечка с использованием манной крупы. На сегодняшний день пироги с манкой весьма разнообразны. Я поделюсь с вами своим любимым рецептом. Легкий и приятный в выпечке пирог порадует малышей и взрослых. Приготовить пышный маник можно и для утреннего чаепития, и к приходу неожиданных гостей. Добавьте в тесто лимонную или апельсиновую цедру. Украсьте верх глазурью и получите великолепное лакомство из самых доступных продуктов, которые на праздничный стол поставить будет не стыдно. Кстати, в постные дни молоко можете смело заменять на воду. Поверьте, результат вас приятно порадует. Маник в любом варианте получается очень нежный, воздушный и вкусный. Рецепт проверен неоднократно. Крупа манная, 1 столовый кон, 200 мл. Сахар, 1 столовый кон. Молоко, 1 столовый кон. Растительное масло, 120 мл. Мука, 150 грамм. Разрыхлитель для теста, 10 грамм. Ванилин, 1 грамм. Количество порций, 8-10. Подготовьте все ингредиенты. В глубокой миске соедините манную крупу, молоко и сахар. Перемешайте. Добавьте муку, разрыхлитель и ванилин. Снова все перемешайте и добавьте масло. Перемешайте тесто до однородного состояния. Форму для выпечки смажьте маслом и вылейте тесто. Размер формы у меня 18 см, в диаметре для формы большего размера увеличивайте ингредиенты пропорционально. Выпекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов около 30-40 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пышный маник готов. Дайте ему немного остыть, затем извлеките, украсьте по желанию сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!